Кристи, посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты кое-что уяснила. Очень часто люди, привыкнув к хорошему, сильно меняются. Мы добились всего благодаря усердной работе, терпению и смирению. Запомни вот что. Не смей думать, что мир тебе что-то должен, потому что это не так. Мир не должен тебе ничего. Я закончила школу с отличием. Поступила в шикарный вуз. Живу здесь, пока родители разводятся. Знаешь, кто ты, Терри? Ты утечка газа. Мы тебя не видим, не чувствуем, но ты потихоньку убиваешь нас всех. Может, твои мечты пока стоят на паузе? И это мягко сказано. Ты прекрасно могла бы выйти за любого. Доктора, адвоката, любого, а не этого. Даже не знаю, как его назвать. Ты хочешь поговорить об этом именно сейчас? Я верю, что чудо происходит в мире каждый божий день. У меня есть амбиции и есть идеи. Мы кое-что изобрели. Все очень серьезно. Но Джой никогда не занималась своим бизнесом. Да. Это моя вина. Я убедил ее в том, что она больше, чем простая домохозяйка. Я не хочу жить, как мои родители. Пора раз и навсегда взять судьбу в свои руки. Хорошо, в добрый путь. Удачи нам. Ты взрослеешь и попадаешь в мир, где сталкиваешься с такими вещами, как деньги, криминал, предательство. Вы пытаетесь меня запугать? Заплати больше. Не могу и не стану. И ты понимаешь, что у тебя останется лишь то, что ты создал сам. Ты в комнате, на столе ружье. Кроме тебя в комнате представитель конкурирующей компании. Лишь один из вас получит все. Ты схватишься за ружье, Джой? Я схвачусь за ружье. Значит, больше не смей говорить о моем бизнесе. От моего имени. Никогда. To love somebody, the way I love you.